Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами снова Лев. На фоне этих прекрасных цветущих лилий хочу вам рассказать о своем небольшом начинании, ну и кое-что предложить. Кто следит за моими видео и в принципе меня знает, в курсе, что у меня есть небольшая парфюмерная лавка ВКонтакте, где можно приобрести, например, тестер известных брендов. Тестер — это не что иное, как пробник, но полноразмерный, 100 мл. Тестер вы можете встретить, придя в любой салон парфюмерный. Как раз таки испытать аромат, вы берете этот самый тестер, делаете прыск и можете оценить, соответственно, аромат того или иного изделия, того или иного парфюма. И вот эти вот тестеры, они несколько раз дешевле, чем оригинальный парфюм. То есть обыкновенно можно их найти за 1500, за 1000, ну вот в разных местах разные цены. Вот в моей парфюмерной лавке вы можете приобрести тестер любого бренда по 800 рублей под заказ. То есть эта цена действительно только под заказ. Подробности и предложения я вам ссылку оставлю в описании, можете перейти, посмотреть, кому это интересно. В чем преимущество использования тестеров? То есть это тот же самый дизайн флакона, тот же самый, значит, аромат, гораздо более низкая цена, и это именно то, что позволит вам создать ассортимент духов у себя дома. То есть вы не берете, допустим, один дорогостоящий, значит, парфюм, а вы берете их несколько штук, и у вас есть ассортимент, то есть есть выбор, что же использовать в тот или иной день для того или иного случая. Ну, очень удобно и выгодно. Кому интересно, переходите по ссылке в описании к этому видео, еще раз говорю, я оставлю. Ну и спасибо за внимание. Ставьте лайки, комментируйте, делитесь этим видео с друзьями, кто ценит парфюм хороший. Подписывайтесь на мой канал. Всего доброго!